сотрудниками научного отдела. Парк Рюкко называется пейзажный скальный парк. Ключевое слово здесь скальный. И когда наших экскурсантов иногда, они очень долго задерживаются в парке, когда уже все посмотрели, они говорят, мы еще хотим побыть на скалах. Скалы – это действительно то, что очень привлекает туристов. До недавнего времени вот здесь написано, потому что эта выставка была до того, как Крым стал наш, написано, что парк Монрепо – единственный скальный парк в стране, но сейчас к нему присоединился Воронцовский усадебный комплекс, дворцово-парковый комплекс Валунки. И он тоже называется скальный. И третий, в создании Советского Союза, скальный парк был в Софиевке, это территория нынешней Украины, к сожалению, сейчас он для нас безвозвратно утерян. С Воронцовским парком нас связывают очень достаточно уже крепкие взаимоотношения, потому что Леонид Николай, владелец усадьбы, был другом Семена Романовича Воронцова, но об этом чуть позже.